За минулый год Гомельская областная коллегия адвокатов выполнила около 40 доручений. У их лику было освоение новых направлений деятельности, таких как медиация. Подчас этой процедуры адвокаты сприяют мирному урегулированию спрэчных питаний и помогают не довести справу до судовых разбирательств. Так, летось в области было подрыхтовано 20 медиаторов. Столько же специалистов появится и сёлета. Однако до этого часу многие граждане не ведают об магчимости звернуться до медиатора. Адвокатам треба узмацнить работу по информованию насельництва. Есть и иншие актуальные питания. Буквально 1 числа, 1 марта, мы будем ориентировать наших граждан на акцию. 1 марта она состоится по применению 3-го декрета известного. Поэтому хотел бы гражданам обратиться в связи с тем, что данная акция будет иметь место, и они спокойно могут обращаться как в юридической консультации, в адвокатское бюро и к адвокатам, которые деятельно осуществляют институт. Консультацию в этот день можно будет отримать бесплатно. До речи, доброчинные акции областная коллегия адвокатов традиционно проводит на протягу года у значные республиканские святы. Эта практика протягнется и сёлета. У целом у день конференции были запланированы мероприемства на весь год. Справоздачу об своей работе представила ревизийная комиссия. До речи, Гомельская коллегия адвокатов на сегодня целком самофинансуемая организация. Следует отметить, что Гомельская областная территориальная коллегия – это одна из лучших наших коллегий. И граждане, которые проживают на территории Гомельской области, они довольны работой наших адвокатов, и обоснованных жалоб на их работу у нас в республиканской коллегии нет. По выниках работы в минулом году были уручены заслуженные узнагороды. Гоноровые грамоты отримали лепшие супрацовники и коллективы. Я хочу сказать, что мы так или иначе достигли серьезных достижений в части того, что касается оказания юридической помощи. Хотелось бы сохранить те наработки, которые имели место быть, и в перспективе ориентировать граждан на то, чтобы они не опасались, обращались к адвокатам по возникающим вопросам, поскольку так во всех этих моментах нужно ориентироваться на квалифицированную юридическую помощь. Ганна Ковалева, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».